Ну что, двигаемся проникать на склад. Вот чуваки у нас здесь сидят, которые нас не пропускали. Вот. Так. Что у нас здесь в баре, ничего не изменилось? Работники психиатрической больницы сидят. Вот чуваки. Я сказал тебе не тебе проваливать. Так, она ничего нам не скажет. Понятно. Трактирщика нету, да? С ним не поговорить, давайте. Он, кстати, вроде как народ немного разошелся, да, и там можно пройти. Давайте. Может, здесь что-нибудь там снова подскажет. You didn't tell me that the warehouse I was looking for. Вы не говорили мне, что склад, который я ищу, прямо перед вами. Because its owner is dead. Потому что его владелец мертв. Я не хочу, чтобы вы ошивались вокруг. А теперь, пожалуйста, оставьте нас. Нам нужно работать. You didn't tell me that the warehouse I was looking for was because it's and I don't now please. You can't understand. А с касаткой мы же там подобрали Том, может, мы чем-нибудь. What could have done so much damage? Так, ничего. Так, ладно. Вон там чувак еще стоит. Давайте спросим у рыбака, может, что он может сказать нам. Тоже ничего нам не скажет. Так. Склад вроде вон там, да? Давайте, вон маяк. Все беды, как обычно, наверное, на маяке происходят. Как обычно это в играх бывает. Можно... О. Да ладно. Вскрываем замок. Damnation. Черт, сломал. Нет, да. No use. Смысла нет, замок не поддается. Так, а там у нас, что-то все темно. Блин, попасть бы туда. Посмотреть. Может, что-то там интересное есть. Так, эта дверька ничего нам не даст. Какая-то статуя. Какие-то непонятные символы на этой статуе. Брэндон, навигатор. Сент Брэндон. Святой Брэндон, покровитель моряков и путешественников. Desecrated. Ее осквернили. Я не могу сказать, что это за язык. Так. Святой Брэндон, святой покровитель китов и китобоев, все еще защищает моряков Дарквотера. Видимо, до святого Брэндона были тут и другие боги, и их последователи, кажется, иного мнения. Местные пока поклоняются старому святому, но на него, на его статуе оставили след представитель другого культа. Выдержка из записной книжки частного детектива Эдварда Пирса. Понятно, оскверненная статуя местного божества. Что мы здесь имеем? Наш герой не прыгает. До них забраться. В принципе, все, здесь у нас ничего нет. Смотрите, там дом какой-то на краю скалы, на возвышенности находится. Здесь какая-то скала такая длинная, типа горы.
что грустим. Ничего нам сказать не хочет. В принципе, тоже ничего нет. Так. Ну, давайте по порядку. Подойдем к этому чуваку. А, еще полицейский, еще один. Where do you think you're going? Куда вас несет? Кто-то еще интересуется складом. Мне нужно попасть на этот склад. А что здесь делает полиция? I thought that the Я думал, дело Хокинса закрыто. That's true. Так и есть. So what are you doing on так guard что duty ты делаешь на посту перед этим складом? Who's asking а кто-то задает questions? Вопросы? Полицейский или турист? What more can you say about the death of the Hawkins? Что еще ты можешь сказать о смерти семьи Хокинс? Не больше, чем все остальные. Я над этим делом не работал. Они сгорели, да? Прямо в своем доме. Весь особняк поглотило пламя. Даже не думайте пойти туда, это опасно. Что ты имеешь в виду? В живых остался только старый Сайлс, и после этого случая он сильно изменился. Он может быть непредсказуемым, особенно если какой-то чужак будет шататься вокруг особняка. Он опасен для окружающих? Нет, он не выходит из своего дома. Сделайте себе одолжение, оставьте его в покое. Снова, я же сказал, проваливай. Ладно, не стоит так нервничать. А, и все, он больше ничего нам не скажет. Там еще были пару вопросов, но он отказывается с нами разговаривать. You live here? Вы здесь живете? Зачем ты это сделал? Мы видели, что ты сделал со святым Брэндоном. Мы покажем тебе, как приплывать на наш остров, смеяться за нашими защитниками. Что? Что? Я бы никогда так... Кто такой святой Брэндон? Дураки, что ли? Я только что прибыл. I've never heard of this. Я никогда не слышал об этом святом. В него верят местные жители. Все знают святого Брэндона, морехода. Он покровительствует китам и китобоям. А что произошло со статуей? Иди и сам посмотри. Это в самом конце пристани. Вот ты, наша любимая статуя, а вон двое громил нас за спиной. Погоди-ка, если подумать, то это наверняка они. Один из них постоянно расхаживает туда-сюда вокруг статуи. Тихо. Еще не хватало, чтобы они услышали. Что привело тебя в Дарквотер? Узнать про остров. Так, по поводу святого Брэндона. Так, вот где вы живете. Значит, работы у вас нет. Это статуя вашего местного святого, да? Что значит местного? Ты что, нас презираешь, как все городские? Святой Брэндон защищал китов и рыбаков вроде нас. Пока эти говнюки его не изуродовали. Необычный дом. Да, тут мы и живем, прямо на корабле. Не можем же мы бросить его только потому, что он больше не ходит. А сейчас не слишком рано, чтобы начинать пить. А нам все равно нечем заняться. Работы на острове не найти. Фицрой время от времени подкидывает нам какую-то работенку, но после закрытия китобойной станции работы в округе почти не осталось. Вот мы и пьем. Ну да, что же еще делать безработному человеку? Только пить. Так. А что охраняют эти два парня позади вас? Бутлегеры, подонки. Они защищают свою территорию. Интересно, от кого? В любом случае, у них нет выбора. Они больше боятся Кэт, чем нападение пьяных моряков. Вот бы они друг друга поубивали. Так. Это Кэт угрожает капитану Фицрою. Погоди, погоди минутку, мы тебе ничего не говорили. Вообще ничего.
все, да, в принципе, с ними. I've taken enough. Я отнял у вас достаточно времени. We'll see you later. Еще увидимся. Так, с этими пьяницами мы поговорили. Узнали только то, что про этого Брэндона и то, что эти чуваки, которые охраняют, они боятся Кэт. Ты зачем шастаешь тут кругами, как голодный пес? Мы видели, как ты разговаривал с теми пьяницами. Чтобы все от жажды сдохли, вони будет меньше. Так, расследовать их действия. Солгать мне прислал Кэт. Это проход ведет к складу Хокинса. So, who are you? Так кто вы? Ты тупой или специально спрашиваешь? На нас в Дарквотере все знают. Я только что прибыл. Скажем, мы охраняем это место по поручению его владельца. И мы никак вот туда не пускаем. Владелец-то умер. Я хотел посмотреть на статую святого Брэндона. С чего ты взял, что это мы? Мы бутлегеры, а не дикари. А кто ж, по-твоему, изуродовал статую? Откуда же мне знать? Они и сами могли это сделать. Моряки? Ну а кто еще, по-твоему? Кому от этого толк? Так. Ваш босс, Кэт. Что? У тебя что, уши заложены? Да, она наш босс, и это она решает, кто сюда войдет, а кто нет. Заткнись, тупица. Хочешь, чтобы он узнала, как много ты болтаешь? Она, наверное, очень страшная, если так легко может до дрожи напугать двух парней. Последнему, кто хотел войти, она подправила улыбку. Надеюсь, у него был хороший адвентист. Не, ты не понял. Она вырезала ему новую улыбку. Но он улыбается только левой щекой. Смешно. А вы и впрямь боитесь, Кэт. А ваше начальство, похоже, и впрямь страшное. И она не любит, когда люди болтают у нее за спиной. Так, а что именно вы охраняете? Слушай, тупоголовый, мы уже сказали, что охраняем территорию нашего босса. Так. Мне нужно на склад Хокинса, кажется, это будет непросто. Да нет, все очень просто. Пошел нахер. Плевал на твои угрозы, мне нужно внутрь. А нам на тебя насрать. Нам наплевать, зачем тебе нужно внутрь. Мы ничем не можем помочь. Блин, с этими чуваками будет проблематично, блин. Ни в какую не хотят меня пропускать. А если так... Зажмите, чтобы проверить красноречие. Мне нужно внутрь, меня прислала ваша хозяйка. Вот как? А почему же она нам ничего не сказала? Она прислала меня узнать, кто же ворует ее запасы. Не понимаю, о чем ты. У тебя нет доказательств, я рекомендовал бы тебе не доносить на нас. Ага. Если я не смогу избавиться от этой парочки, придется поискать другой способ. Фу, понятно. Надо искать, короче, обходной путь. Так. Как можно быть таким тупым, чтобы оставить вход на склад без охраны? Придержи язык. Небось, Кэт такого не скажет. Я не хочу, чтобы она воткнула нож мне в горло. Это стилет, кретин. У тебя изо рта воняет, так что шансов у тебя все равно нет. Да, не впрямь боятся эту девицу. А Кэт, я думаю, наверное, это вот та бабенция, которая сидит в баре. Это и есть Кэт. Вот 100%. Так, как же нам попасть на этот склад? Давайте... так... Эти нам больше ничего не скажут. Так-так, гляньте, кто вернулся. Скучал без нас?
избавиться от охранников. I have an offer that could interest. У меня есть предложение, которое может вас заинтересовать. Мы слушаем. Я хочу, чтобы вы ненадолго их отвлекли. Ты хочешь, чтобы нам намяли бока, а сам тихо уйдешь по своим делам? А нам что с этого будет? А что бы вас убедило? Есть только одна вещь, ради которой мы готовы пошевелиться. Чистая правда. Принеси нам выпить, и мы позаботимся о бутлегерах. Liquor? Алкоголь? Он самый. Я попытаюсь вам что-нибудь найти. Так. Давайте отправимся в бар. Нужно достать алкоголя для этих парней, они отвлекут охрану, и я проникну на склад. Идеальный план. Идеальное преступление. О, там и трактирщик как раз появился. Отлично. What can I get you? Чем могу помочь? Так. Let's say I want to buy. Скажем, я хочу купить у тебя бутылку виски. Choice is yours. Выбирай. Продажа есть. Обмена. Не обменять-то не на что. How much for a bottle? Сколько за бутылку виски? $5. I guess I'm not. Я, похоже, готов столько отдать. Я тебя не осуждаю. That'll be all for now. На этом пока все. Так, отличненько, отличненько. Раздобыли мы выпивку. Давайте-ка посмотрим еще вон там. Что у нас здесь имеется? Так, чувак здесь стоит. Что он нам скажет? Вы же видели, что случилось с теми моряками. Не стоит здесь шушеваться, если хотите неприятности с бутлегерами. Я видел, какие записки рассылают их начальницы. Вы ее не боитесь? Конечно, боюсь. Эту женщину все боятся. Но мелкие сошки вроде меня ее не интересуют. А вот вы будете совать нос в ее дела и непременно с ней познакомитесь. Этот склад кажется заброшен. Почему он их так интересует? Думаю, это вопрос территории. Но я не спрашивал. Хотите узнать больше? Поговорите с капитаном. Хорошо, спасибо. Мне нужно идти. Понятно. Так. Здесь у нас переграждено. Найдите скрытые предметы. Навыки поиска позволяют вам искать скрытые предметы на небольших расстояниях. Что? Бутылка спиртного. Это бутылка из партии, украденной у Кэт, главы бутлегеров. Попробуем-ка надавить на парня, который охраняет склад. Так. Здесь у нас что-то. Что-то. Этот рычаг активирует какой-то механизм. Рукоятка. Наверное, от той старой лебедки. От какой лебедки? Так. О, у нас еще и зажигалка есть. Прикольно. Можно светить. Всякие уголки, наверное, освещать. О, что-то есть. Позвонок кита. Если верить газетной вырезке из бара, это кость, настоящая каменелость. Так, здесь ничего нет. Храповик. Эта деталь позволяет поднимать и удерживать на высоте тяжелые грузы, не подвергая себя опасности. Похоже, это храповик, еще можно использовать.
Так. Окей, давайте. Посмотрим. It looks like there's похоже, под этой решеткой есть какой-то проход. Очень интересно. Так. Лепетка. Наверху. А вот лестница наверх. Здесь ничего нет, да? Так. Взаимодействий никаких. Я могу использовать эту старую лебедку, чтобы поднять решетку. Установить храповик, установить рукоятку. Еще чего-то не хватает, что ли? Нужно еще что-то найти, короче. Так. Давайте рыскать. Блин, в принципе, я предполагаю, что этот проход будет вести на склад. Только вот надо еще что-то. О. Это зубчатое колесо, часть какого-то механизма. Наверное, это зубчатое колесо можно установить на лебедку. Где лестница? Так. Похоже, все на месте. Теперь нужно лишь повернуть эту рукоятку. Просто... Так. Блин, если эта сейчас дорога будет вести на склад, то нафига я покупал бутылку виски, блин. Воу-воу-воу-воу. Мы не сдохнем, нет? Какой-то здесь вонь и смрад. О, мне что-то плохо. Надо валить отсюда. Блин. Дым поднимается от этого масла. Smoke. It's coming from this oil. I hope it's not. Надеюсь, toxic. Он не ядовит. Да, надеюсь, не сдохнем. Это будет печально, если мы умрем. Что это? А, тут завалено. А если я зажигалкой сейчас зажму, зажгу зажигалку, и мы сгорим? Давайте проверим. Нет? Отлично. Значит, можно зажигалочку зажигать. Так, это нам не взять. А, зажигалку он сам, кстати, смотрите. Значит, при необходимости зажигалку он достает сам. Воу-воу-воу-воу-воу, это что? Что это? Что за бред? Вау! Что за хрень? Какого черта?
Вот это жесть. Что за херня? Так. Валим, валим, надо отсюда валить. Это там осьминог пристал к нам. И утянул в бездну какую-то. О! Что это? This is как примитивно. В смысле? Так. Сколсую зону захватили банда бутлегеров. Конечно же, они не дадут мне спокойно пойти по следу. Нужно найти способ обойти их или как-то от них избавиться, чтобы продолжить расследование. Ну, в принципе, я, наверное, нашел обходной путь. Оп, рассудок у нас, кстати. Психологически затонувший город. Осматривая склад Хокинса, Пирс вошел в частично затопленный туннель, ведущий по территории доков. Там кто-то схватил его за руку и попытался утащить под воду. Детектив увидел отблески тел человека и животного и очертания подземного города. Пирс смог всплыть на поверхность и обнаружил, что это были не щупальца, а просто водоросли, зацепившиеся за руку. Но четкость жуткого видения его поразила. Уверенно, собственно... А, понятно. Так. Ладно. Ну да, видите, как я предполагал. Там склад этого Хокинса. Так. Через крышу, что ли? Ах. This place тут воняет. What is the connection between как это место this связано place с делом старых Хокинс? Sarah Hawkins case? Ну, давайте это выясним. Так, сходу и не скажешь. Спрыгнуть. Чтобы войти на место происшествия, нажмите и удерживайте... Труп? А, мне показалось труп. Но... Фотография. Картина. Фу, а это чё? Чьи-то останки. А, рыбные. Чьи-то останки. Конечно, что еще может быть? Так. Что нам зажать? Вот так, да, значит? Так. Le Petit Parisien. Le Petit. Кто мог хранить газетную вырезку про Сару Хокинс? Хм. Так, кстати, у нас здесь навык появился. Что мы? А, поиск. Так, что еще? Это что? Can't sleep. Не спится? Я знаю, каково это. А. Снотворное, что ли? Как и у нашего героя. It smells as bad as it looks. Воняет так же отвратительно, как и выглядит. Да, пипец, наверное, там. Рыбная вот эта протухшая вся фигня, она воняет пипец, наверное. Так. Who has enough кого хватает денег, чтобы покупать болеутоляющие? Или кто при этом остается в таком месте? Угу.
Someone treasures this crumpled picture. Кто-то так высоко ценит это фото, что спит с ним. О. Что за? Какой-то силуэт появился. Здесь, короче, кто-то живет, да, получается? The glass is shattered. Стекло треснуло, словно кто-то по нему ударил. Это произошло до или после снятия бинтов? А, ну да, бинты. Я и говорю, что-то кровь. Интересно. Это одна из картин Сары Хокинс. Это больной фанатик, что ли? Здесь живет. Так, выйти. Получено еще очко у нас. Вот так. 50%. Дальше мы будем изучать расследование. Так. Что у нас за задание? Все, что ли, в принципе, обычно? Ну да, задания нет. Здесь у нас ничего нет. На заброшенном... Так. На заброшенном складе я нашел полузатопленный туннель, который ведет на территорию бутлегеров. Я не уверен, возможно, это была галлюцинация, но спустившись в темную воду, я почувствовал, что меня схватила какая-то тварь. Улики. Склад Хокинса. Этот склад официально не используется после смерти Чарльза, но недавно в нем кто-то поселился. Он оставляет определенные следы, не говоря уж об окровавленных бинтах, вероятно, снятых с раны и таблеток, и болеутоляющих и снотворных. Кроме того, обитатель, видимо, одержим Сарой Хокинс. У него есть несколько документов, связанных с жизнью художницы, фотографии и газетные вырезки. Ну а после обнаружения частично обгоревшей картины, которую констебль Брэдли уже видел в особняке Хокинсов, все сомнения в связи этого здания с делом Хокинса отпали. Хм. Вот так. Что, нам надо выходить надо? Тут кто-то поселился. И кем бы он ни был, он может что-то рассказать мне о деле Хокинс. Тут кто-нибудь есть? Эй, ты, стоять! Детектив Пирс. Я просил вас держаться подальше от этого склада. Попытаться угрожать? Давайте объединим силы. Хокинс интересует кое-кого еще. Дело далеко от закрытия. Вы, кажется, толковый полицейский. Нам стоит помогать друг другу. Вы пытаетесь мной манипулировать, мистер Пирс. Я терпеть не могу, когда меня держат за дурака. Хорошо, инспектор Летстрейд. Я буду говорить прямо. Вы можете объяснить, как сюда попала эта картина? Какой странный портрет. Погоди-ка. Я узнаю. Картина была в особняке Хокинс, когда мы прибыли расследовать пожар. Значит, вы подтверждаете, что она была похищена с места преступления. Интересно. Я хочу осмотреть особняк. Само собой. Вы хотите пойти по этому следу. А я хочу понять, как картина оказалась здесь. Идем. Мой автомобиль стоит дальше по дороге. Эндрюс, дверь закройте. Не откройте глаза, черт побери. Этот парень прошел прямо у вас под носом. Твою ж мать, опять она. Это дело тебя не касается, Бейкер. Освободи проход, или я посажу тебя за препятствие правосудия. Констебль Брэдли, вы наконец-то завелись яйцами. Жаль, что жирное пузо мешает вам их разглядеть. Ах ты. Да ладно, улыбнитесь. Вы же не хотите, чтобы я выдавил улыбку силой. Ладно, я все понял. Мы можем наконец пойти в особняк. Да кто ты такой, черт подери? Что ты делаешь на моей территории? Я буду за тобой присматривать. Мы встретимся снова.
Да, я же говорю, это и есть это Кейт. А этот особняк далеко? Оглянитесь, прямо на вершине горы. А, вот это и есть особняк, который мы видели. Видите здание? Это особняк Хокинса. Идемте, нам еще ехать. Ну что, дорогие друзья, я на этом заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Ссылочки будут под видео. Вот. А также оставляем свои отзывы и мнения по игре, свои подсказки, кто уже прошел там или что-то еще. Может, я что-то упустил, может, я что-то не так сделал. Всему этому я буду рад. Вот. И я со всеми прощаюсь. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.